Технический университет стал площадкой встречи представителей первичек организации «Беларусь» Брестского региона. В режиме онлайн они стали участниками обсуждения планов деятельности объединения. Представители Беларуси активно включены в подготовку к референдуму. На площадках первичек проходили встречи с депутатами, работали общественные приемные. Представители общественной организации понимают важность предстоящего события, поэтому и отношение ко всем этапам кампании серьезное. У нас было в общественной приемной открыто. Горячая линия, в которой люди звонили, принимали депутаты национального собрания Васькомарина Викторовна, принимал Дашко Анатолий Михайлович, ну, депутаты местных и областных советов тоже у нас принимали. И люди имели возможность прийти и рассказать, какие-то изложить свои проблемы, рассказать о своих надеждах, чаяниях и опять же задать вопросы, те, которые были непонятны по проекту Конституции. В центре внимания участников мероприятия оказались и вопросы будущего Беларуси. Одна из самых крупных общественных организаций сегодня заинтересована в работе с трудовой молодежью, а точнее ее вовлечением в свои крупномасштабные проекты. Также в приоритете цифровизация многих процессов, в частности, более осознанный подход к онлайн-встречам и переговорам. В отличие от прошлых лет, мы уже начинаем работать в таком более современном режиме. Мы проводим онлайн-стримы, так называемые, где участвует и молодежь, и более старшее поколение. Мы обсуждаем более животрепещущие вопросы, которые касаются каждого из нас. Большой разговор проходил на протяжении нескольких часов. Без внимания не остались и другие организационные вопросы. Практика показывает, что мероприятия в таком формате становятся все более востребованными. А это значит, что со временем они станут неотъемлемой частью взаимодействия Республиканского совета с первичками на местах.